Еще пару дней назад на площадке за домом по спортивной 17 была большая стихийная свалка, стоял неприятный запах и бегали крысы. Причем находилось все это безобразие возле забора детского сада. Обращения и жалобы местных жителей дошли до администрации города. Ее руководитель Дмитрий Самойлов поручил районным властям решить вопрос в течение недели. Теперь это место преобразилось до неузнаваемости. Мусор убрали, площадку разровняли, завезли чернозем и высадили кустарники. Очень здорово, что убрали помойку, и очень здорово, что здесь сегодня посажены вот эти маленькие-маленькие кустики сирени. Они вырастут. Я считаю, что такие вот зеленые, комфортные места, они должны быть абсолютно во всех районах города. Вернуть контейнерную площадку сюда нельзя, мешает близость к детскому саду. А просто убрать стихийную свалку часто бывает недостаточно. Начинают мусорить снова. Поэтому, посадив здесь 50 кустов сирени, удалось поймать сразу двух зайцев. Предотвратить дальнейшие загрязнения и озеленить территорию микрорайона. Мы стараемся, чтобы как можно было больше зелени, чтобы люди могли в тенечке где-то посидеть, чтобы лавочки там культурно все было. И я думаю, что администрация городская, районная администрация и я как депутат будем делать все, чтобы действительно это был самый зеленый и комфортный для проживания район. Сейчас важно поддерживать этот новый зеленый участок в чистоте. Администрация района договорилась об этом с Тоспарковой 3 и детским садом номер 162. Мы договорились, что это место теперь их, они за этим местом будут следить. Договорились с детским садом, что они нам будут давать воду для поливания. Договорились с детским садом, что мы поставим видеокамеру, это обязательно будет под видеонаблюдением. Сегодня мы работали с утра до самого вечера, так устали. И любуемся на свою красоту. Дети будут ухаживать за этой сиренью, поливать ее. Благоустройство и озеленение города – одни из важнейших задач, поставленных руководителем администрации Перми Дмитрием Самойловым. Подобные зеленые уголки на месте неблагоустроенных территорий будут появляться и в других районах города. Андрей Григорьев, Владислав Епанов, Александр Копысов, телевизионная служба новостей.